Даже открытым к диалогу женщинам порой бывает непросто прийти к общему мнению. Люберецкие бизнес-леди узнали о том, кто такие медиаторы и в каких случаях они необходимы. На конференции «Медиация. Современный тренд разрешения споров в бизнесе и в семье» побывали мои коллеги. Медиатор. На первый взгляд кажется, что слово связано с музыкой. Но на самом деле термин в активном лексиконе у юристов и бизнесменов. Чтобы разводы и другие споры решить в досудебном порядке, помогают третьи лица – медиаторы. Их нотариально заверенные решения имеют юридическую силу. То есть у вас, например, есть конфликт с вашим бизнес-партнером, вы не можете договориться между собой, потому что вам мешают обиды, эмоции, возможно, гнев, возможно, вы не доверяете друг другу. И вы тогда приглашаете третьего нейтрального посредника, который организует переговоры так, чтобы вы смогли войти в диалог и уже нашли то решение, которое устроит вас обоих. Но юридические разногласия возникают не только у бизнес-партнеров. Раздел имущества – частый вопрос при бракоразводном процессе. Брачный контракт – дань моде или необходимость. Эксперт Карина Рождественская разъяснила участницам встречи нюансы соглашения. Есть такое мнение, что это не популярно, не актуально, но, к сожалению, есть статистика. Супруги, даже которые только вступают в брак, уже предпочитают заранее договориться и определить, каким образом будет распределяться имущество в браке. Поддержка стартапа, медиативная оговорка и коммуникация – эти темы обсуждали на конференции. Провели лекции и мастер-классы, которые помогут сделать порой жестокий бизнес гармоничным. Задача администрации округа – не мешать бизнесу, а содействовать его развитию. Бизнес – это искусство. Это некое состояние, в первую очередь, интеллекта, а потом и души, а потом и характер, где человек может заниматься бизнесом и преуспеть. Конечно, бизнес – дело сложное, дело тонкое. И судя по тому, что вы здесь, у вас этот бизнес получается. И вот интересная история медиация, которая направлена на то, чтобы сохранить ваше время и в какой-то степени сохранить ваши деньги. Интересная тема. Пока все судятся, вы договариваетесь. Девиз медиаторов теперь используют и люберецкие предпринимательницы. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.